И продолжаем наш выпуск. Ответит за убийство малышки 23-летней няни из Дербента предъявлено обвинение в истязании и гибели ребенка. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. По данным Следственного комитета, жительница Дербента, работая няней по найму, систематически наносила удары по лицу и другим частям тела трехлетней девочки, причиняя ей физическую боль и психические страдания. Изначально ребенок был послушный, слушался. К концу лета ребенок перестал слушаться, выводил, да, из себя. Если наносила какие-то удары, как бы рукой, где-то она могла упасть, об что-то удариться. Когда это все случилось, 2 декабря, мы проснулись, я пошла в ванную, чтобы привести себя в порядок. В ванной была около 10 минут. Когда вернулась в комнату, ребенка в комнате я не обнаружила. В декабре 2019 года у себя в квартире обвиняемая столкнула вниз ребенка, который залез на шкаф за сладостями. Девочка упала и сильно ударилась головой о пол. От полученных повреждений малышка скончалась на месте. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.